Приветствую вас. Совершенно очевидно, что между вами и вашим молодым человеком нет доверия, нет, ну, достаточной степени, достаточного уровня доверия. Совершенно очевидно, что либо он в отношениях, либо вы в отношениях не удовлетворены. Совершенно очевидно, что вы не общаетесь на эту тему, вы не говорите на эту тему, вы не обсуждаете проблемы, которые у вас могут быть, которые могут появляться, что, кстати, нормально для человеческих отношений. То есть нормально, что появляются проблемы, абсолютно нормально, ничего такого в этом нет. Вот. Но только вы об этом не говорите, что вот является, собственно говоря, ключевой проблемой, да? И, в общем-то, проблема доверия связана с тем, что вы в первую очередь не доверяете себе. Вот. Вы не доверяете себе, вы не полагаете на себя, и это говорит о том, что вы в себе не уверены, что, к сожалению. Вот. Кроме того, вы пишете, что парень хотел втайне от меня сходить куда-то со своим другом и другими девушками. То есть, не совсем понятно, втайне это как. То есть он обманывал вас, что никуда не хочет, но пошел, или он просто не говорил вам о том, что куда-то хочет идти. То есть вот для меня эта ситуация, она такая, не совсем в этом смысле понятна, вот, и на мой взгляд, нужно нужно выяснить все-таки, что конкретно говорил вам молодой человек, и как, условно говоря, в его концепцию, да, вот в его позицию укладывается то, что он теперь отмазывается, говоря, что там, ну, что друг хотел найти девочку, и что его позвали на компанию. Вот. То есть мне кажется, что это очень важный момент, очень важно вот понять для вас, да, понять эту историю. Дальше, значит, так, в итоге все отменилось, зовут эти девочки не смогли. Меня эта ситуация ранила, чем? Не принимаю ложь в отношениях, где ложь, каковы были ее причины, а все равно не знаю, что теперь делать. Что теперь делать, чтобы что? Определитесь, пожалуйста, со своей целью, да, что делать, чтобы что. Вы говорите, что вас это ранило, значит, соответственно, вы испытали боль, за боль. Во взрослых отношениях, ну, в зрелых отношениях человек, несет ответственность сам, вот. И, соответственно, нужно понять и исследовать, по какой причине вы испытали боль, то есть что конкретно вас задело. Вот. Дело в том, что вы можете считать ложь чем-то недопустимым в отношениях. Это ваше право. Полное право считать ложь чем-то недопустимым в отношениях, но при том, что вы можете считать ложь чем-то недопустимым в отношениях, при этом очень важно разделять, да, если вас это задевает и вам больно, если вы просто считаете, что чего-то не должно быть. Это разные истории.
Поэтому тут вот с этим нужно разобраться. Опять же, в частности, для того, чтобы вы могли максимально взвешенно принять решение относительно того, что делать дальше. То есть, гармонизировать отношения или расставаться со своим мужчиной. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.